Вопрос. Чем отличается аутентификация от авторизации? В какой последовательности происходят эти процессы? Ответ. Аутентификация призвана определить, является ли пользователь, грубо говоря, зарегистрированным, допустим, на сайте или в системе, или в программе. Авторизация определяет для зарегистрированного пользователя его роли и возможности. А в первую очередь происходит аутентификация пользователя, то есть сначала определяется, есть ли пользователь на сайте, в системе, в программе или в сервисе, неважно где. И в дальнейшем происходит авторизация, то есть выдача определенных разрешений пользователю.